сильно ты выглядишь, прибуда. Это все-таки уже чересчур. А мне нравится, нам люди умирают. А что здесь делает ведьмак? Мечи высший сорт! А ты бы смог выковать доспех мастера? О, я хоть из подмастерья-то давно вышел, но за такие доспехи не возьмусь. Это тебе Верген надо. Есть там один краснолюдский мастер, Фергусом зовут. У нас в гильдии говорят, что на юге до самого Понтера лучше него доспешных мастеров не сыщешь. Покажи мне свои товары. Будь здоров. Прозванный Белым Волком, а? Мясник из Блавикина! Достаточно Геральта из Ривии. В чем дело? Пару лет назад один тип заплатил мне, чтобы я сохранил для тебя книжку. Сказал, что ты когда-нибудь за ней придешь. Кто это был? Он не представился. Но! У книжки красная обложка, это я помню. Я ее точно не продавал. Хорошо, я поищу. Может, тогда и остальное посмотришь? С удовольствием. Thank you.
интересуешься книгами? Ты не похож на Учанова, но с картинками у меня тоже есть. Покажи мне твои книги. Желаешь сыграть в квит? Веселые приключения Мюриэль, прекрасной мерзавки, потешными гравюрами снабженные. И
излучение чирьев прижиганием, научные студии. Мой манифест. Должно быть оно. Внутри какое-то письмо. Эверт. Покажи. Бывай. Что-нибудь наточить и рековать. Покажи мне свои товары. Я хочу сыграть в карты. Thank you.
Давно играл в притоне ублюдка младших. Я перестал туда ходить с тех пор, как мне продали разбояренный диск. Прошу! Прошу! Что у тебя там? Предлагаю сыграть в гвинт.
Ведьмак? О, ты верно пришел по объявлению? Не вполне. А в чем дело? Я правильно расслышал, что тебе нужен спутник для какой-то экспедиции? Не какой-то, а Замари. Знаешь, когда меня в 1242-м призвали в пехоту, я обещал моей любимой Летте, что вернусь живым, а к тому же привезу ей жемчужину со Скеллиге. Да не какую попало, а черную, самую ценную и редкую. Ну, у тебя и фантазия. Ну да, только словами все и кончилось. С войны я вернулся, и с одной, и с остальных. А вот обещание не сдержал. Ну, а теперь-то я все изменю. Ведь если не сейчас, то когда? Только постарел я за это время. Да ты и сам видишь, один я не справлюсь. Мне нужно надежное плечо, чтобы на него опереться. А лучше ведьмака спутника не придумаешь. Ну так как? Затея безумная, но надо признать, есть в ней какое-то очарование. Если у тебя есть чем заплатить, то я помогу. О золоте не беспокойся. Я его порядочно с разных войн напривозил. Встретимся на Скеллиге, у развалин моста под Аренбьорном. Оттуда всего пару шагов до лагуны, где, говорят, эти черные жемчужины родятся. Договорились? Да, так и сделаем. До встречи. Что принести? Покажи мне свои товары. Да у меня кровью умоешься. Я не голоден. А вот в Гвинт сыграл бы с тобой с удовольствием. Thank you.
людям берегись. Они хуже разбойников. Короче, если тебе сегодня кто жопу лижет, завтра за нее. Видел тот пустой корабль? Сразись со мной! Выходи на бой! В этот раз ты так легко не отделаешься! Да ты приятелей привел. Они что, все деве ягодки обед приносили? Нет. Справедливее будет, если мы выйдем на тебя сам третий. Да? Да, ибо ты обманул. Ты не сказал, что ты ведьмак. Идите лучше домой. Распитесь, утро вечера мудреней. Это верно. Не знаю, как вы, а меня что-то в сон потянуло. Там для нас ничего нет. Смотрите, сударь, какая прелесть! Покажи, что там у тебя. Не знаю, буду я что-нибудь покупать или нет, но вот в карты я бы сыграл с удовольствием.
Добро пожаловать в мою мастерскую. Добротная работа и разумные цены. Покажи мне свои товары. Я ищу кого-нибудь, кто сумеет изготовить предметы по чертежам мастера. Я никого такого не знаю. По крайней мере, в городе. Был когда-то Хатори, но он отошел от дел. Профессиональное выгорание, понимаешь? Теперь пельмени лепит, но я даже не знаю где. Ем-то я только дома. Не знаю, буду я что-нибудь покупать или нет, но вот в карты я бы сыграл с удовольствием.
напугал, когда она тебя носила. А в морду не хочешь? Эй, привет! Мое почтение! Себя. Как же это тебя, стража в город? Ладно, прошу не трогать. По виду, моя дорогая. Что там? Лучшие товары, лучшие цены. У кого дешевле, тот паразит и не докладывает муки и крупы. Ладушков? Покажи мне свои товары. Вместо обеда давай лучше перекинемся в гвинт.
сразу? Сделку века. Ну что там у тебя? Магические аксессуары, алхимические ингредиенты, эликсиры и все такое. Интересно, ты что-то не похож на чародея. Я и не похож, и не чародей. Я просто забочусь о том, чтобы вещи несчастных сожженных попали в хорошие руки. Покажи, что у тебя есть. Сплошные раритеты по доступным ценам. Ух, сука, ты меня не видел. Этот Низушек, это кто такой был? Почему сбежал? Он суп на огне оставил. Смотри, чтоб я тебя на огне не оставил, деловой. Я буду за тобой приглядывать. Пойдем. Хорошая земля. Низушек не врал. Запах на всю улицу. Пригожую колдунью найти все труднее. Развлечься. Удали. Отсюда. Хороший ты мужик, что меня тогда не выдал. За это полагается тебе, приятель, скидочка. Так что, поторгуем? Ну ладно, может, в этот раз нам никто не помешает. Тут где-нибудь тёлочек.
нечего языком трепать. Что поделаешь? Скучно, мать его. Пам-парам. Вот гнида. Ты что, шантажировать собрался? У одного мечи за спиной, другой топором. Выродок! Твое место в подземелье! Это оскорбление величия вечного огня. Будешь отлично выглядеть на мне. Белый волк, добро пожаловать по Сифлору. Да ты, вижу, меня не узнаешь. Мое почтение. Ничего страшного. Когда мы последний раз виделись, наверное, я по-другому смотрелась. Это было... Давно это было. Вы тогда с Лютиком пришли и двумя низушками. Ну и смеху было с этими мальцами. До сих пор вспоминаем. С того времени все тут так и работают? Куда там? В нашем деле все быстро меняется. Толстая Берта вышла за купца. Элла открыла свое дело. А Вишенка в святилище. Это все молится. Только я тут и остался. Ну так что, позвать девочек? Помни только, это заведение культурное, с лапами сразу не лезь. Девушки у нас с образованием, с ними и поговорить можно, если есть желание. Я бы хотел кое-что купить. Интересно, ты играешь в гвинт? Конечно. Только на высокие ставки, разумеется. В сущности, без риска эта игра была бы чудовищно скучна. Хочешь сыграть партию? Да, пожалуй. Thank you.
Что ж, случается. С удовольствием сыграю как-нибудь еще. Все дороги... Хочешь? Да. Не понимаю, как это можно проиграть. Что ж, карта теперь твоя.
Не знаешь, с кем бы мне еще сыграть на редкие карты? В Новиграде славится коллекция Сиги Ройвена. Ты просто обязан с ним сыграть. Ходи, не стесняйся. За погляд денег не беру, а поглядеть есть на что. Перед тобой коллекция мага Айрамоса. Такой случай выпадает раз в жизни. Как ты добыл эту коллекцию? Ни разу не слыхал о чародее, который по своей воле расстался бы со своими вещами. Айрамоса никто не спрашивал. Его сожгли 2 недели назад. Странно, что артефакты не сгорели вместе с ним. Охотники за колдуньями просто так позволили их продавать? А чего бы нет? Это же самые обыкновенные вещи. Нужны разве что в коллекцию. Для тех, кто понимает. Ну хорошо, как я понимаю, это не совсем обычные предметы. Люди говорят, что каждая из этих вещей – зачарованный ключ. Эти люди не говорят, где замки для этих ключей? К сожалению, нет. Знаю я все подробности, и я сам бы этим воспользовался. А где жил Айрамос? У него была роскошная резиденция на юге Оксимфурта. Но сейчас она в развалинах. Маг очень дорого продал свою шкуру. Покажи мне свои товары. Покажи мне свои товары. Предлагаю сменить тему. Давай сыграем партию в гвинт.
нет, человек. Его не вырезали, но создали с помощью магии. Жаль, нельзя расспросить об этом Трис.